С творческим подходом сегодня в Якутске провели пожарно-тактические учения. По легенде, горел дом по улице Ярославского рядом со второй школой. Интересно то, что самих огнеборцев никто об учениях не предупреждал. До последнего пожарные считали, что приехали на настоящий вызов. За ликвидацией огня и эвакуацией пострадавших наблюдал Виталий Абрамов. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Дом горит по... Где вот стоматология, где стоматология, где Чикаго? По легенде учения, очаг возгорания начался в одной из квартир второго этажа. В этот раз руководители учений постарались максимально приблизить ситуацию к реальной. Будущие артисты, студенты АГИКИ, изображали роль пострадавших, и была зажжена дымовая шашка, окутавшая весь первый подъезд. Первые прибывшие пожарные расчеты не сразу заметили подвох, так как изначально никто из бойцов не знал про учения. Дом расселенный, но оставшаяся старая мебель и вещи только дополняли картину. Звенья газодымозащитников сразу же идут вглубь дома для поиска пострадавших и эвакуации оставшихся людей. Есть кто в сознании и кто без, но на каждого обнаруженного обязательно одевают кислородную маску. И немедленно наружу для передачи медикам. Тем временем очаг на втором этаже уже локализован и начинается его ликвидация. Чтобы удостовериться, что огонь не пошел на крышу, с чердака также идет активная проливка. Между тем, наши условные пострадавшие уже делятся впечатлениями. Очень реалистичное все это. До сих пор у меня мурашки. В итоге поступает сигнал о полной ликвидации пожара. Творческий коллектив института пытался всячески мешать пожарным подразделениям, но... Несмотря на их старания, значит, личный состав якутского пожарно-спасательного гарнизона справился с поставленной задачей на оценку хорошо. В учении было задействовано 70 человек личного состава, 15 единиц техники. При таких пожарно-тактических учениях изучаются характеристики объектов, размеры здания, планировка, состояние источников водоснабжения, а также состояние подъездов и проездов. Виталий Абрамов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.